Посмотрите, что я сделала. Фантастика, Ева. Ставлю А. Я тоже так могу. Блин, я же совсем ничего не могу. Ладно, сейчас что-то придумаем. Вот, совсем другое дело. Мисс Элис, смотрите. Ставлю Б. Немного недоработано. Эй! Мисс Элис! Я не хочу выполнять задание, поставьте мне А просто так. Еще чего, садись на место. Ты как сюда попала? Как? Телепортом. Ты кто такая? Я Китти, новенькая, перейдя на Землю учиться. Мы с Радаками только вернулись с Марса. А еще я ультрабогатая. А я гигабогатая. Это что получается? Ты богаче меня? Не может быть! Так, а ну бегом сели и заканчиваем работы. Работы? Я же ничего не сделала. Сейчас попрошу своего личного ассистента помочь. Добрый день, мисс Китти. Сегодня в Кинтинленде 86 градусов по Фаренгейту. Солнечно, без осадков. Уровень крова в городе 5 баллов. Что? У тебя есть ассистент? И он голограмма? Ну да, а что тут такого? Ой, мне пора бежать. Не может быть, теперь я не самая богатая в этой школе. Пока, Ирис! Пока, бедняжка. Желаю тебе сегодня поесть кашу без комочков. Ага, а тебе желаю непомятых долларов в кошельке. Отойди отсюда, меня охранник к моей машине несет. Ну и где же твоя машина? Схавала, я на спорткаре. Вы чуть не сбили миссис Гвен! Это не хочу, извините! Я больше так не буду! Ну зачем? Зачем вы сломали мой велик? Ага. Так тебе и надо. Будешь знать, как наезжать на богатых. Зачем вы так с ней? Этот велик единственное, что у нее есть. У меня тоже такого второго охранника нет. Хватит обижать девочек. Опа, ультрабогатая. Пришла защитить нищебродов. То, что у тебя крутая тачка, не дает тебе права издеваться над ними. Ты сначала свою тачку покажи. А у меня нет тачки. Нет тачки? Ну вы слышали? Ультрабогачка и без тачки! У меня другой транспорт. Офигеть! Ну что, и кто теперь тут лохушка? Девочки, а может вас подвезти до дома? Нет, спасибо. Меня укачивает в самолетах. Ну что ж, тогда до скорого. Как она это сделала? Я еще до вас доберусь, стервы! Ева, я тебя подвезу. Правда? Ну, конечно. Как ты дойдешь без велика? Ева, садись. Эриль, ты такая добрая. Даже не скажешь по тебе, что богачка. А хочешь ко мне в гости зайти? Ух ты, конечно! Присаживайся. Наконец-то девочка привела в гости подружку. Успокойся, а то ты испугаешь нашу гостью. У тебя такая забавная мама. Да, это я. Юная леди, не хотите ли вы выпить пакетный чай? Вы имеете в виду чай в пакетиках? Нет, я имею в виду чай из картонных пакетов. Спокойно, моя мама просто так шутит. А знаете, мне у вас так нравится, тут так весело. Ух ты, печеньки. Не советую, они ломают зубы. Риль, спасибо за то, что поддержала меня. Я просто привыкла, что до нас бедняков никому не делают. Мне все равно, сколько у тебя денег. Я поступила по совести. Ура! Теперь
О, вставай! У меня появилась подружка! У тебя очень доброе сердце! В отличие от Гвен! Она настолько зажралась, что для нее мы все нелюди! А новенькая Китти такая добрая. Хоть и ультрабогатая. Я наловила вам матрасли, пруду хотите? Не-не-не-не. Спасибо, мам, мы не ели. Еще сильнее. Я не могу уже, у меня руки отваливаются. Девушка, вы мешаете смотреть фильм? Может, это ты не мешаешь обдуваться веером? Мы сейчас позовем охрану. Замолчи! О, приятно. Это опять ты? Мне из-за тебя ничего не видно. Ничего не знаю. Я купила здесь билет. А ну покажи. Еще вопросы будут? И убери свое бокало. Я из-за него отвлекаюсь от фильма. Если ты сейчас же не пересядешь, я вырву все твои волосы! Отвали! Я тебе ничего не сделала! Нет, ты не мешаешь быть самой богатой! Что? Она опять телепортировалась? Давай! А ты говорила, печенье так себе. Мне очень нравится. Тебе нравится не печенье, а зубы ломать. Так что-то пить хочется. Секундочку. Ух ты, как вкусно. А что это? Сок из долларов. Свеженький. Только напечатали. Смотри, там что, новенькое? Мисс Китти, что произошло? Мне нужен психолог. Срочно! Психолог? Сейчас будет. Я психолог. Чем могу помочь? Психолог? Так, а мы пойдем послушаем. Вдруг у нее что-то случилось, а? Я так и не смогла подружиться с земными ребятами. Понимаю, да. Из-за моего богатства они только завидуют мне и ненавидят. Поэтому они заслужили. У меня завтра день рождения. И я так хочу отпраздновать с новыми одноклассниками. День рождения? Что же вам мешает? Я уверена, что никто не придет. А потому придется праздновать день рождения со своими ультрабогатыми друзьями где-то в космосе. Жаль ее. Она ведь просто хочет дружить. И чтобы хоть кто-то пришел на ее день рождения. Придумала? Мы устроим Китти сюрприз. Точняк! Пей сок из долларов почаще. Он на тебя хорошо влияет. Я достала эту ультрабогатую Китти! Массаж? Мы просили подкрепление, а не массаж. Вы сказали, что у мисс Бен стресс. Я не пришла. Пожалуйста, садитесь. Давайте, садитесь. Сейчас вам станет лучше. Фух, вроде успокоилась. Психологическая помощь? Я психолог. Yeah. Отлично. Тогда можно я вам задам пару вопросов? А вы умеете превращаться в голограмму? Нет. Что он делает вообще? Я не знаю, но это лучший экстрасенс в городе. Черное пятно на вас. Вот оно на одежде. Вижу
Вижу одиночную камеру. Что? Решетку, вижу решетку. Решетка, пошел вон отсюда. Мисс Гвен, все в порядке? В порядке. Что? Китти приглашает всех одноклассников на свой день рождения? Ну что же с ней делать? Я должна ее отомстить! А для этого мне нужно попасть на ее день рождения. Ясно? Ясно! Чем с твоими новыми одноклассниками. И как можно было выбрать для учебы землю? Это же прошлый век. Да. Прислушай, Китти, мне нравится земля. Планета для бедных. Доченька, у меня для тебя подарок. Подзорная труба? Зачем она мне? А ты посмотри в окно. Ну ладно. Вау! А что это за планета? Твоя планета, Китичка. Так и называется. Планета Китти. Ну вот, разве твои земляне подарят тебе такие подарки? Ну, они тоже хорошие. И я прямо сейчас отправлюсь праздновать свой день рождения с ними. На них кто не придет, они боятся твоего богатства. Что с вами со всеми не так? Давай поговорим наедине. Ну ладно. Эй, что ты хотел? Хотел сказать, что мне пофиг на мнение этих ультрабогатых придурков. Но ты же и сам ультрабогатый придурок. Я знаю, но я не такой, как они. И мне правда интересно, как живут другие люди. Даже если они беднее тебя? Ну конечно, главное же это человеческие качества. А почему ты вдруг решил сказать мне об этом наедине? Я засмущался. Что? Ты мне нравишься и... Китти, ты чего? Ну, просто ты реально единственный парень, который первым признался в своих чувствах. Так что, махнем на землю вместе? Почему бы и нет? А что мы там будем делать? Я устраиваю вечеринку для своих одноклассников. И думаешь, они придут? Не знаю, но надежда есть. Ну, тогда полетели. Свалим с этой тухлой тусовки. Мисс Квен, зачем нам такой большой торт? Чтобы впечатлить Китти, болван. Но вы же ее ненавидите. А это и есть мой супер-пупер-ультра-коварный план! Чего? Но мы привезем этот огромный торт, и она будет просто в шоке от того, какой он классный! Пока не понимаю, в чем наша выгода. Китти подойдет к этому торту и скажет: «Вау, какой он классный!» А потом наклонится его понюхать, и тут... Торт обляпает ее с ног до головы! Вы уверены, что вам это нужно? Да! Я должна ей отомстить и опозорить перед всеми гостями на дне рождения. Думаете, прямо от торта ее сильно напугает? Молчать! Делайте, что я вам говорю. Я хочу чем-то помочь. Так, ты же сама сказала, что ничего не умеешь. Вообще такое, что умею. Должна же я хоть как-то поучаствовать. Ариэль, ты просто умница. Надеюсь, Китти оценит наш сюрприз. А может, стоило бы Китти нормальные шары заказать? Ну, она же ультрабогатая, зачем ей картон? Китти нормальная девочка, она точно это заценит. Мы подарим ей то, что ассоциируется с каждой из нас. Точно. Картон и доллар. Это же гениально! Жаль только, что нас будет двое. А хотелось бы для Китти устроить настоящую тусу. Так а в чем проблема? Пригласи одноклассников! Точняк! Алло? Они не придут. Придут? Ну, конечно, придут, Китичка. Они меня ненавидят, потому что я ультрабогатая. А никто тебя не ненавидит. Просто они никогда не видели таких гаджетов, как у тебя.
Хватит жрать, Нейт! И такой красоты. Перестань. О, скукотища. Хоть бы кто-то меня поздравил. Чем могу помочь? Мне сегодня день рождения, и никто не пришел. Поняла. Секундочку. Успокойся. Тут нечего ловить. Кто-то пришел! Стой! Сюрприз! Это мне? А мы смастерили тебе какого-то шарики. Ну, в венецком стиле. И украсили домами. В богатом стиле. Как трогательно. Мне никто никогда не делал сюрпризов. Ну, теперь у тебя есть друзья. И мы тебя никогда не бросим. Особенно в поле друзья. Ну вот, Китечка, а ты переживала. Я же говорил, что они все придут. Я так рада, что вы все появились в моей жизни. А теперь тусим! Защитила нас от Гвен. Хорошо, что эта дура сюда не приперлась. Кто-то сказал дура? Чего она сюда пришла? Ее же никто не звал. Вообще-то в Инстаграме приглашали всех одноклассников. Ой, забыла. Наверное, твой 12-й айфон плохо работает. Зачем ты пришла? Ну как, чего? Поздравить тебя! Я даже сделала торт своими гигабогатыми ручками. Ну ладно, спасибо. Только нам с этим тортом теперь совсем мало места. Давайте перенесем нашу тусовку на улицу. И вы... не подходит к торту. Должен ей прилететь прямо в лицо. А занята. Рисую со своим бойфрендом. Так, пора это прекратить. Китти, а как же тортик? Тортик попробуй потом. Я не голодна, спасибо. А кости голодны. Китти, давай, иди, отрежь. Потанцуем. Я бы больше хотел потанцевать с Китти. Найди себе своего парня и с ним танцуй. Я танцую с Нейтом. Да не нужен мне твой парень. Мне вот тортика хочется. Пойди и возьми. Чего тебе от меня нужно? Что Гвен задумала? Не знаю, может она хочет склеить Нейта? Она прям их силком хочет разлучить. А ты скушай тортик. Да отвали ты. Не хочу я твой тортик. Да скушай торт. Нет. Видишь, как Гвен вечно заставляет съесть ее торт. Может, с этим тортом что-то не так? Ева, где ты? Ай, какая вкусняшка. Моя бедная мама мне никогда такого не приготовит. Чем ты меня скажешь? Мне кажется, ты хочешь отбить меня, Нейта! А мне кажется, что ты меня не уважаешь и не хочешь попробовать мой торт! Девочки, ну хватит уже! А мне кажется, что... Ой, извините, я просто тортик так вкусно пах, и я... Ты...
А что я? Я ничего. Ты хотела, чтобы я подошла к торту, и он взорвался прямо на меня? Ну чего ты? Это же просто прикол. Я думала, ты и правда стала нормальной, Гвен, а ты пришла сюда мстить? Всем пока! Стоять! Межгалактическую полицию сюда, срочно! Любите, ловите, ловите! Не двигаться! Руки за голову! А теперь танцуйте ламбаду! Так, стоп! Что здесь происходит? У меня тут вообще-то преступление! Преступление? Нас никогда в жизни не вызывали на землю! Думали, и вы нас пригласили на тусовку! Нет же, болваны! Задержите ее! Ну привет, красотка! А что она сделала? Она пыталась измазать меня тортом! И ради этого вы нас звали? Земной полиции вам уже мало? Вы заберите вы ее же, блин! Ой, простите. Если вы сейчас же ее не арестуете, я позвоню своему папочке. Вы хоть знаете, кто мой папочка? Ух ты! Да у него строгое лицо! Вы арестованы за нарушение межгалактического порядка. Китти, я до тебя еще доберусь! Не сможешь! Твоя тюрьма на Марсе! Что? Вот и все. А теперь тусоваться! Что думаешь? Ну, не нравится мне все это. А отправить Гвен аж на Марс из-за какого-то пранка с тортом – это уже чересчур. Я тоже так думаю. Нужно срочно наведать Гвен. Ей там, наверное, очень плохо и одиноко. Согласна. Она хоть и противная, но не заслуживает сидеть одна на другой планете. Предлагаю у Китти одолжить телепорт. Точняк. Что-то видишь? Нет, но телепорт точно где-то здесь. Эй, откуда у тебя рация? У меня же есть деньги, глупая. А-а-а, точняк. Опа! Дала, что умею. Прием, тоже мне. Я могу лучше. Мне кажется, что твои подруги немного тронутые. Бедность. Бедность сводит людей с ума. Забей, давай лучше танцевать. Надеюсь, мы не вызываем подозрений. Да нет, конечно, мы же настоящие шпионы. Я же его прошла! Тащи его сюда! Что она делает? Пародирует обезьяну. Хз, я в причудах землян не особо шарю. Есть его! Он у нас! Красава, Рит! Быстренько им попользуемся и вернем на место. Китти даже не заметит. А где Ева и Ариэль? Не знаю, может, пошли домой. Что? А где мой пульт? Девочки, как вы тут оказались? Пришли тебя приведать. Ну зачем? Вы же меня ненавидите. Не ненавидим. Просто нам не нравилось, как ты себя вела. Ты некрасиво поступила с Китти, но... Но мы считаем, что несправедливо отправлять тебя так далеко на Марс за какую-то безобидную взрывчатку в торте. Вы, правда, на моей стороне? Не совсем. Но мы считаем, что наказание очень жестокое для тебя. Спасибо вам, что пришли. Я уже 100 раз осознала, как была неправа, пока сидела тут. Мы с Евой всегда на стороне добра и справедливости. Простите, что обижала вас. Просто у меня никогда не было друзей.
все богатые, а у вас были. Гвен, друзья появляются не потому, что ты богатый, а потому что добрый. Я уже это поняла. Простите. А еще мне очень стыдно перед Китти. Когда она пришла, все внимание забрала себе. Так, ты хотела, чтобы все снова смотрели только на тебя? Да. Эх, Гвен, это тебе будет уроком. А если тебе нужны друзья, то мы с Евой можем ими стать. Правда? Правда. Только если ты не будешь себя вести как стерва. Обещаю. Вытащи меня отсюда. Да. Гвен, мы сейчас вернемся. Добрый день! Вы такие? У нас тут такие бедняки не водятся. Эй, мы не бедняки. Говори за себя. Мы вообще-то пришли. Опустите оружие, пожалуйста. Нам нужна ваша помощь. Какая еще помощь? Отпустите, пожалуйста, из тюрьмы нашу подругу Гвен. Ага, и еще чего. Если честно, я бы ее уже давно отпустила. Просто баба мисс Китти нас всех тут уволит. Поэтому я ее не отпущу, даже не надейтесь. А если так? Вы что смеетесь? Офигеть! Сколько денег! Вы реально не понимаете, что нам тут всем не нужны деньги. Мы все тут ультрабогатые. Точно. А что вам надо? Энергия. Нам тут всем очень не хватает энергии. Может, у вас есть чуть-чуть? А, знаете, вообще-то есть. Вот, держите. Ты что ей даешь? Она же сейчас зубы поломает. Пусть попробует. Она же только обозлится на нас. Отцепите еще печенье. Ага, отцеплю. А вы подругу мою выпустите? Естественно. Что происходит? Тебя отпускают, Гвен. Что? Как это? Лет. А это вам. Я наконец-то на свободе. Спасибо вам. Спасибо, что поверили в меня. Бежим. Да. Нужно срочно найти телепорт и вернуться на землю. О, Китти, и ты тут. Наконец-то ты прилетела. Прилетела бы раньше, если бы кто-то не спер мой телепорт. Пришлось лететь на корабле, а там такие пробки. Китти, прости нас. Мы взяли его только попользоваться, мы бы его сразу вернули. Ладно, я не обижаюсь, но зачем вы выпустили Гвен? Она же хотела испортить день рождения Китти. Послушайте, мы знаем, что мы поступили неправильно, но... Нам стало очень жаль Гвен. Она на Марсе совсем одна. Прости меня, Китти. Я поняла, как сильно я была не права. Окей, я не злюсь, но больше так не делай. Никогда в жизни. Я уже поняла, что завидовать это очень плохо. Как хорошо, что мы помирились. А, Китти, ты же больше не злишься на Гвен? Нет. Отлично, тогда можем выдвигаться. Но это еще не все. Наконец-то я вас тут всех собрала. Хватайте их! Постой на входе. Слушаюсь, мисс. Объясни, почему вы нас тут закрыли? Давно хотела себе подобрать крысок. Мы же не крыски, а люди. У ультрабогатых свои причуды. Вы будете ставить на нами опыты. А почему бы и нет? Мне скучно. Я уже перепробовала все виды развлечений. Да уж, быть ультрабогатым не так уж и просто. Да что ты как попугай? Вечно я поддакиваюсь. А ну веди себя прилично, бедная. Иначе станешь первой жертвой экспериментов. Бедная? Ах, вот ты как. А мы до тебя все жалели. Думали, у тебя доброе сердце.
А ты все время притворялась. Правильно я сделала, когда хотела вывалить на тебя торт. Так, все, я уже устала от вашего кудахтанья. Пора с этим покончить. Объясни, зачем тебе это все? Нет времени, Китти, стреляй! Да, нет, стой! Так, готовьтесь, мои крыски. Раз, два, три! Офигеть! Что с ними? Они сами превратились в крыс. Так им и надо. Только как мы отсюда выберемся? Смотрите! Лазер прожег замок! Уходи, скорее! Долларовое мороженое все равно лучше. Нет, золотое. Добрый день, мадемуазели. Ева, ты что на себя напялила? А я теперь не Ева. Я мадам Жижу, городская сумасшедшая. Крысы интересуют? Пи-пи-пи, мерзкие девки! Пи-пи, я хочу пи-пи! Да нам таких крыс и даром не надо. Ой, а что это у вас там? Можно посмотреть? Ого, ультрабогатые крысы! Забирайте бесплатно. Да, нет, спасибо, не нужно. Я доберусь до них. Я стану человеком, отомщу каждый из них. Конечно, отомсти, скидочка. Только сначала пи-пи-пи. Ребята, большое спасибо за то, что посмотрели наш такой интересный ролик, в котором у нас не только Рич Гигарич и там бедная, а еще и Ультра Рич, да? Ультра Рич, да. Китти была прям невероятно богатая, да, типа такая межвселенная богатая. Напишите обязательно, как вам образы. Может, вам образы охранников больше всех понравились. Может, напишите обязательно. Какие костюмы, да? Напишите, кто это сидит, потому что этого человека вы должны были знать. Это не... Напишите, какие у меня сегодня роли. У меня сегодня 4 разных. 4, нет, или 3. Смотрите. А вот напишите сами, сколько и какие у меня сегодня роли были. А еще, ребята, наконец-то Кристи подросток! У нас же сегодня не может быть просто так влог. Но перед тем, как вы узнаете, что за влог, ну, лайк обязательно, колокольчик, подписка. Ну, если нет, то удаляйте YouTube. Ну, все, делитесь. Подписывайтесь на комментарии. Ставьте подписку. Не, подписывайтесь на комментарии, значит, уже слово подписка. Лайкайте подписку. Лайкайте колокольчик. Пишите. Делайте все, что вам нужно сделать. Уже мы озвучивали это до этого много раз, вы все помните, я уверен, вы все умные, красивые, симпатичные, вы все знаете, что делать. А мы сейчас нам Наталья расскажет, что мы будем сегодня делать в влоге. Наконец. Сегодня у нас... Не будет... просто же так вот. Да, вот эти 3 стаканчика, на которые мы не будем держать. Да. Это не стаканчики, Тайлерик. Что это, Тайлерик? Это моя мама. Тайлер Сахарович, что это? Давай. Это неправильно. Не суть. В чашках. У нас есть определенные бумажки, на которых написана наша роль. И, ну, там, допустим, богатая корова. И мы должны ее изобразить, и окружающие. То есть, допустим, вот Зак показывает, и 4 человека должно угадать, что же показывает Зак. Если угадаем, супер. А мы говорим, что она будет? В плане? Говорить, ну, это заготовлено. Ну, да, да. Говорить там что-то. Это типа была корова возмутительная. Если вы угадали, ставьте лайк. Ну, в любом случае, ставьте лайк. А давайте, знаете как, давайте будем играть с нашими подписчиками. Сначала мы дадим им время. Ага, а потом уже это сейчас. А потом, да, отвечать. Интерактив. Идея вообще песня. Все, ну что, давайте не будем лить воду за первым. Хорошо. Так, брать пока из каждой чашки по одной. Но не показывать. Да. Это тяжело будет. Скибиди, Шнибери, что ли? Ты приходишь, Скибиди, Шнибиди, Боб, yes, ко мне. Скибиди, Шнибиди, yes. А ну, я, кажется, поняла, но, мы же обещали, что подписчики тоже будут угадывать, поэтому, ребята, напишите ваши варианты. С трех слов поняла. Ну да.
там понимаю, правда, а что ты понимаешь? Ну, ну я примерно догадываюсь. Давай посчитайте 10 секунд. Давай я пока 10 давай. Читаем, давай я еще раз прочитаю вот всю фразу. Тышки-бедись, не беди, лоп-оп, ес-ес. Приходишь ко мне, не бенишь, лоп, ес-ес. И просишь без уважения, ш, не бенишь, лоп, ес-ес. Ты даже не знаешь меня, ш, не бенишь, ес-ес, шноп. Отгадай. Это скибиди туалет. А какой? Какой? Шнибини шноб, ес, ес. Какой это? Шнибини шноб, ес, ес. Шрич. Гигарич. Гигарич. Скибиди туалет, гигарич. А можно я следующее? Да, может, конечно. А, открывай. Пиши комментарий. Давай, давай. Закрыли. Скажи, что ты написала. Да прибудет с тобой, йоу. Йоу. Твой пацан несет. Это подожди, да, подожди, подожди, давай еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А там фраза есть? Да, я ее уже сказала. Рэпер Пантерет будто. Да прибудет с тобой Тинтин, ты бы лучшим как пингвин. Я знаю, кто это. Давай 5 секунд даем подписчикам, пусть они напишут. Раз, два, три, четыре, пять. Я надеюсь, вы успели написать. Но мне кажется, это рэпер. По-любому, я вот это вот. Странно, что это не Тайлер. Почему Тайлер не угадывает? Потому что рэп в душе течет. Рэп в душе течет. Хорошо, что... Не поет. Не поет! Я говорю, просто в живость послушай. Ну ты рэпер. Да. Какой? Не эмоции, а типа статус. У нас же статус, типа. Эмоции? Ну да, нет, ну да, статус, статус. У меня Андрей Рич. Да, да. Рич просто. Тоже Рич. Просто Рич. Ну ты хороша, блин. Напишите в комментариях, сколько раз Зак и Мия дали друг другу 5. Мне кажется, уже раз 100. Считайте. Итак, теперь хочу я. Так, давай. Отворачиваемся, отворачиваемся. Беру 3 бумажечки. Все, можно открывать глаза. Открываем глаза. Давай. Нейт! Ну мы даже... Первое слово мы угадали. Сейчас тихо. Давай, до конца пусть покажешь. Ну на это ты быстро. Ну вот хочу. Осталось на бэйби. Ари будто. Так, давайте дадим. Да, 5 секунд. Мне кажется, догадки некие есть. Раз, два и три. Надеюсь, вы успели. Мне кажется, это бедный. Бедный, ну нет, подожди, у нас бедный, богатый. Да. А, да? Бедный Нейт? Подожди. Бедный Нейт. Обычно от кого? От бомжей. Нейт бомж? Обычно от Нейта. Почти, ну да. Но не обязательно быть бомжом. Гигабедный. Да. Гигабедный? Да. Гигабедный? Гигабедный Нейт подкатывает. Говорит, остановись с тобой. А, остановись с тобой, бедный. Наоборот, не подкатывает, а говорит пока. Откатывает. У меня очень плохой итальянский. Все нормально. Или это испанский? Мы тебя тоже очень сильно любим. Спасибо. Дай 5. Все, открывать буду. Нормально. Сейчас, сейчас. Хорошо. Да? Да. Давай. Смотрите на мой перформанс. Это правда? О, моя прелесть. Русал. Это русал. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы думаете, кто это? Бедный русал. Нет, это русалка. А, нет, это русалка. Давай, это русалка. Да, это русалка. Это русалка. Она что-то жевала. Нет, это я делаю для того, чтобы было понятно, что я не знаю. А, типа, моя прелесть, это же голову говорит. Он бедный. Это нет, это правда. Моя прелесть, это просто... Ну да, да. А какая русалка? А ну еще у нас... Обычная русалка, нормально. Хорошо, давайте я скажу без... Да, без воды. Без воды говорит. Моя прелесть. Вы знаете, эту девочку, она сегодня из них снималась. Она такая вся такая. А, это актриса наша? А, это про... Это, да, характеристика. А Гвен сегодня у нас... А кто у нас сейчас? Это такая, это русалка, которая говорит «Моя прелесть». Ари.
Нет, ну кто сегодня, типа... Дерзкая. А кто русалка? Самый новый сегодня у нас в ролике, кто? Китти. Да, она кто? Она кто? Ультра гидай. А, ультра рич? Yes. Русалка ультра рич. Теперь так и остался у нас. Ну, к сожалению, у нас бумажки. Нет, есть еще бумажки, есть еще бумажки, давайте. Давайте, если плохо будет, я не отвечу. Будет очень плохо. Крис, я твой отец. Ну, это любой наш. Любой мужчина. Давай. 4. Ты какой-то диктор. А вы там боишься? Мне кажется, что он бедный. Это бедный? Да, он показывает просто бедный. И там такое дело. Имя-то я сразу сказал, кто это написал. Бедный Крис? Да. Ну я просто... Я не до конца понял. У меня написано имя в скобочках. Имя у меня Крис. Крис, запятая, я твой отец. То есть, ну реально... Ну, имя? Ну, типа, что ты мог подставить любое имя, а ты подумал, что ты должен подставить имя. Я сказал, что будет плохо. Я сказал, я сделал, как я понял. Я понял так. Все. О, я придумал. Мы сейчас все вместе будем в тандеме все кричать, вот то, что тут написано. Так, раз. Увидели? Увидели? Да. Вы будете отгадывать. Да, вот это. Увидели? Увидели. И вот это у нас, что тут? Что тут? Это пропускаем, давайте просто вот что-то... Вот, давай, по слову! Давай. Я очень люблю! Патрика! Вы готовы, дети, к крабсбургерам? Да, капитан. А теперь ваша задача в комментариях угадать, кого вам показывали и какой он был, гигарич. Может, он просто нормальный был, может он там, может, он просто бедный. Ну, то есть вы же знаете, что делать, долго подписываться. Вы пока можете... Па-па-па-па. Это прям уже явная подсказка. Пока Кристи вам обещатель не сказала, кто это, давайте перейдем на нашу глупость! Да нет же, идиоты! Вот, Христос! Я наловила вам потрясли их пруду, хотите? Не-не-не-не. Спасибо, мама, мы наелись. Я не буду. Будете ставить на нами опыты? Почему на ярмарке вечно столько нищих? Фу! Иди давай отсюда, а то тыкву на голову надену. Ну я вам еще покажу. Элис, у тебя юбка испачкалась. Фу! Это все мерзкая бедняжка! Привет! У тебя салфетки случайно не будет? Золотой. Салфетки? Что это? Я одежду не вытираю, а выкидываю. Не говори со мной, ты мерзкая. Приветствую вас на моей ярмарке. Я каждый год ее устраиваю, чтобы развлечь молодежь. А я сейчас развлекусь не на шутку. И еще, как обычно, в этом году будет проведен бал. И будет выбрана королева, которая получит вот такую вот корону. Ура! Я готовилась весь год. Я думаю, выиграет Тина. Она очень красивая. Вот бы мне быть такой. Если будут вопросы, обращайтесь к моей дочке Тине. А я пошла. Ну, мам, я не хочу тут быть. Я хочу тусоваться. Как-то тут жутковато. Мне как-то не по себе. Да ладно вам, успокойтесь. Все нормально, это просто ворон.
Пойдем отсюда, у нас много дел. А я иду на тусовку. Отсюда надо валить. Так, скоро начнется самое интересное. Гребаные сорняки! Что за ужас? Почему я должна в этом ходить? Мы же богатые! Напоминаю тебе, что мы богатые, потому что много работаем! Бери тачку с навозом и вези на удобрение! Я сам обиженка! Мне нужно готовиться к балу, я наряд не успела закончить, а вы со своей работой! Если хочешь 15-й айфон, то забудь про бал и вкалывай! Вон, бери пример Зака! Ага, он скоро весь навозом покроется и будет в нем как в костюме ходить. Чё? Офигела? Почти как Тони Старк. Про тебя даже фильм снимут. Навозный человек. Дура! Нужно слинять отсюда как можно быстрее. Бесят эти родаки. А еще, если будете овощами торговать, сможете на ярмарке найти любовь. Конечно, здорово, но какая девушка на меня посмотрит? Они же весь в грязи. Сынок, ты можешь получить любую девушку, если будешь следовать моей трехступенчатой системе. Не понял. Первое. Рассмешить ее. Второе. Сказать, что у нее красивая улыбка. И третье. Позвать на свидание прямо сейчас. Прямо сейчас? Ну, это чтобы у нее было меньше времени понять, какой ты чмоня. Ну ладно, все, иди работай давай. Бред какой-то. Лучше буду больше работать и заработаю больше денег. А мне надо как-то найти способ, как приготовиться к балу. Тиночка, ты почему в доме лежишь? Нужно к балу готовиться. Ага, сейчас. Мне твоя вонючая ярмарка неинтересна. Я хочу на движ с подружками. Мы пригласили на тусовку диджея Харрита и Дрейка. Нет! Никаких тусовок и приглашенных звезд! Ты дочка владельцев ярмарки, и ты должна быть на ярмарке! Да отвали ты от меня! Там скучная и ужасная еда! О, я тебе сейчас такую еду принесу! Обалдеешь! Начинается! Ну как тебе? Полный трэш! И твой бал полный трэш! И вся эта чертова ярмарка! Ну, Тиночка... Бери это! Я хочу на вечеринку! Ты тусуешься богатый! А этот дешевый ужас оставь себе! Эх, я так хотела, чтобы моя дочка стала королевой бала. Сегодня ярмарка то, что надо. Ага, так много людей. Сможем вытащить столько, что потом целый год будем жить как короли. Так, не расслабляемся. Посмотрите, сколько тут лохов. Нужно обокрасть всех до единого. А это что? Еда! Так быстро давайте все складываем и валим. Быстрее, пока нас не спалили. Шухер, фермеры идут. Валим! О нет, нас обокрали! Мои тыквы, что же нам теперь делать? Ну ничего, будем пока продавать золотые яблоки. Хорошо, что я их надежно спрятал. А этих жуликов мы найдем. А это еще кто? Псих какой-то. Или это Пудова? Ну что, Каркуша, как тебе ярмарка? Мне тоже очень нравится. Он разговаривает с чучелом вороны? Да-да-да, птичка, я тоже устал, птичка моя. Но нам еще нужно сделать много пакостей, птичка. Вы слышали, что он сказал? Пакостей. Может, это он украл наши тыквы? Сейчас я его догоню
Я обо всем узнаю. Нет, ладно, не нужно. Продавайте яблоки, я сама найду вора. А не опасно ее одну отпускать? Да пускай хоть чем-то займется, а то и так ничего не делает. Это мой шанс. Если найду вора, родители подобреют и отпустят меня на бал. Хай, есть что покушать неубогое. Фу, это что за мерзость? Эй, это не мерзость. Это помидорки с нашей фермы. Очень вкусные. У тебя лицо грязное. О, а это я у свиней убирался. Интересный ты, конечно. Ай! Ой, ты улыбнулась. Нужно использовать трехэтапный метод, как учил папа. У тебя очень красивая улыбка. Спасибо, а ты забавный. Быстро соглашайся пойти со мной на свидание, пока ты не заметила, какой я чмоня. Ой, я что несу? Эй, ты чего? Вставай! Ты реально очень смешная и милая, я бы сходила с тобой на свидание. Чё, правда? Тогда жду тебя вот там, когда я закончу работу. Отлично, я приду. Офигеть! Трехэтапный метод реально работает, у меня будет свидание! Мистер, стойте! Привет, девочка! Хочешь поговорить с Каркушей? Нет, я просто хотела спросить, зачем вы украли нашу тыкву. Каркуша, ты это слышала? Какой ужас! Мы не воруем! И вообще, мы такое не едим! С чего я должна вам верить? Мы с Каркушей не воруем, мы любим порядок! Не едим никаких фруктов, кроме классных яблок! Вы меня напугали! Чембак, чикибряк, у тебя во рту червяк! Какой-то придурочный! Идите отсюда! Каркушка, нас не хотят видеть! Мы потеряли последнего зрителя! Он просто городской сумасшедший и точно бы не украл тыквы. Я так и не нашла вора. Теперь родители точно не пустят меня на бал и заставят еще больше работать. Сколько наворовали? Как круто! Эй, ты что делаешь? Она ж золотая. И что? Ее нельзя есть. А нафига нам тыквы? И вообще еда, которую нельзя есть, мы хотим кушать. Ой, дураки. Их продать можно. И заработать кучу денег. А я предлагаю, раз мы уже тут, украсть что-то более ценное. Что, например? Хотя... Будет выбрана королева, которая получит вот такую вот корону. Точняк. Я сегодня видела настоящую корону. Что? Ее дадут королеве бала. И как мы ее украдем? Еве нужно попасть на бал. Вдруг выиграет. Если не выиграет, украдет. Ага. Кто меня туда пустит? У меня даже платья нет. Платье сделано из подручных материалов. Ну давай, будет супер. Ладно, уговорили. Если я буду участницей, то мне будет проще ее украсть. Че, встали? Бегом собирать листья. Мое платье должно выглядеть эффектно. Ух ты! Вау, у вас фермеров такие прикольные развлечения. Да, меня этому родители научили. А ты как развлекаешься? Я на тусовки хожу. Точнее, сбегаю от своих родаков. Они со своей работой мне вообще не уделяют времени. Вот я и зависаю с друзьями. А я постоянно работаю на ферме. Но я все равно люблю своих родителей. Они научили меня зарабатывать своим трудом. А я даже деньги зарабатывать не умею. Я их только трачу. Ты что делаешь? Помогаю тебе. Вот видишь, нужно просто чуть-чуть сильнее. Ты такая красивая. И ты. Ой, это так как-то неловко вышло. Да уж. А почему ты на бал не хочешь идти? Просто этого хочет моя мама, а я ей все делаю наперекор. Ну, пожалуйста, прими участие ради меня. Ты невероятно красивая девушка, ты достойна короны. Правда? Да.
не переживай, я помогу тебе с подготовкой. Спасибо, Зак. Я уверен, что королевой станешь именно ты. Решено, я буду участвовать. Отметим это парным молочком и домашним сыром. Фу, меня сейчас тошнит. Очень вкусно. Почему я должна сгребать сено? Это разве не работа Зака? Твоему брату плохо, он отпросился поспать. Тут не хватает. Из-за этих украденных тыкв у нас одни убытки. Ну, значит, Элис будет работать в два раза больше, чтобы мы могли их возместить. Что? Это несправедливо! Почему Зак где-то шастает, а я должна горбатиться за двоих? Как тебе не стыдно? Ему нехорошо. А я из-за вас не могу закончить свой наряд для бала и не попаду туда. Ну не надо, мы все равно от него ничего не заработаем. Я весь год готовилась и все равно получу корону, ясно? Элис, успокойся. Да ну вас, пойду прогуляюсь, у меня уже от вас голова кипит. Что? Зак? Ах, плохо ему, обманщик, но я ему сейчас покажу. Элис, а ты что тут делаешь? Я из-за тебя сама сено сгребала, мачо недоделанный. Ты зачем рядаком соврал? Ну, мне Тина понравилась. Я хотел с ней сходить на свидание первый раз в жизни. Могла за меня и порадоваться. А если родители узнают, что ты пошел на свидание вместо работы? И соврал им? Нет, не надо, не говори им. Они же меня потом никуда не выпустят. Если хочешь, чтобы я молчала, тогда сделай мне одно одолжение. Какое? Мне нужен наряд для бала, и ты сейчас же пойдешь его готовить. Что? Нет, я не могу, я обещал помочь Тине, она будет меня ждать. Или ты сейчас же идешь мне помогать? Не буду. Или я сейчас же иду все рассказывать папе. Стой, только не рассказывай ничего папе. Ну и славно, хороший братик. Капец, как же Тина, я первый раз встречаюсь с девушкой и уже лажаю. Мне кажется, что это бред. Это даже на платье не похоже. Стой, Рона, нам главное, чтобы ты попала на бал. Даже если ты будешь похожа на чучело. Продаю яблоки. Фермерские, высший сорт. Опа, золотые яблоки. Стойте, вы куда? А я? Кто купит яблок 10 штук, тому в подарок сенотюк. Ой. А давай их стырим. Да хватит уже. Вон сколько людей, нас сейчас палят. Да не парься. Ты кто? А ну пошли вон, воры. Еще раз увижу, вызову полицию. А ты кто? Я дерево. Ясно, она шизанутая. Спину прихватило. Яблоки! Фермерские яблоки! А ты что стоишь как бревно? Яблоки! Нужно срочно рассказать Заку, кто ворует их товар. Блин, Тина звонит. Отвечу позже. Ты не отвлекайся, мое платье с кукурузой должно быть самым эффектным. Надеюсь, Тина не обидится. Скажу ей, что спал. Почему он трубку не берет? Он что, меня бросил? Он же обещал мне помочь. Офигеть! Он что, помогает своей сестре подготовиться к балу, а от меня даже трубку не берет? Ну, я его отомщу. Я украду платье Элис и выкину его. Будет знать, как мне врать. Помогите! Меня обокрали! Вы не видели, кто украл мое платье? Отвали, девочка! Может, вы видели? Что тебе надо? Отвали! Я теперь никогда не попаду на бал и не стану королевой! Да заткнись ты, Петя! Привет! А ты чего плачешь?
чего такая добрая? Хочу и плачу. Просто хочу помочь. Расскажи, что случилось? Кто-то украл мое платье для бала. Я целый день его готовила. А теперь его нет. Я не стану королевой. Ну-ну-ну, тише, тише. Успокойся. Смотри, видишь их? Ну, вижу. Я видела, как они воровали яблоки. Они могли и платье твое стырить. Наглые воришки! Сейчас я им устрою! Отлично! Надеюсь, ты прекрасно повеселишься с кучкой бомжей. Ах, вот вы где! Это вам за мое платье! А что вы ржете? Это платье мне уже не нужно. Мы сделали мне кое-что поинтересней. Ну, класс! Даже у тебя есть платье с помоем, а у меня нет. И где же мое платье? Да не брали мы твое платье. Я вам не верю. Это вы все на ярмарке воруете. Вам капец. Так и надо. Нечего на нас наезжать. Твое дешевое платье нам не нужно. У нас есть дела поважнее. Допустим, это не они. Но кто тогда? Я теперь точно не стану королевой. Разве что королевой огорода. Диночка, стой! Может, молочка хочешь? Отвали, придурок! Ты мне весь день испортил! Ну, прости, ты чего обиделась? Ты мне обещал помочь с подготовкой к балу! Сказал, что буду самая там красивая! А сам что, даже трубку не брал? Ну, да чего ты? Я же просто... спал! Ну, не то чтобы прям спал! Ну, там история вообще такая... Ну, ты чего? Не трогай меня! Я откажусь от участия на балу! Мне даже платья нет! Блин! Нужно ее как-то рассмешить! Идиот! Ой-ой-ой-ой-ой! Как больно! Ну, точно идиот! Надоел! Иди давай на свою вонючую ферму! Блин! Трехэтапный метод больше не работает! Ну и лошара! Ну и пойду на свою вонючую ферму! Нафиг девок, работа важнее! Помощь нужна? А с тобой что? У меня украли платье, а потом и заваляли в сене. А эти вообще на бал не пускают. Тоже мне проблема. У нас вон куры не несутся. Вот это проблема. Доченька, может, и хорошо, что твое платье украли? Ну, вдруг это знак свыше, и тебе это не нужно. Они просто хотят, чтобы ты больше работала. Отвали! Я вот познакомился с девочкой, а потом сам ее упустил. И что, трехэтапный метод не помог? Помог, но потом я сам ее проморозил. Там вообще длинная история. Ты вообще не смотри на меня, змеюка! Не переживай, сынок. Всегда можно попробовать снова. Если сделал глупость, исправь ее. Точно, у меня же есть идея. Харе уже! Фу, лошара! Да какие ему девки, у него одна солома в голове. Добрый день, детишки, девчонки и мальчишки. Мы с Каркушей к вам пришли и улыбки принесли. Разрешите нам показать театральный номер. Отвали, полоумный, у нас нет времени на твой бред. Жаль. А я такой творческий и креативный, но совершенно недооцененный. Раз он такой творческий, пусть он мне и поможет костюм сделать. Главное тихо сбежать. Мистер... как вас там? Мистер Тыква, мне нужна ваша помощь. Каркуша, к нам обратились за помощью. Наконец-то мы хоть кому-то нужны.
Зачем вы разговариваете с чучелом? Сама ты чучело! Каркуша, она не хотела тебя обидеть, крошка. Да, ладно. И сразу вопрос. Это вы украли мое платье для бала? Да сколько можно нас во всем обвинять? Почему все на этой ярмарке такие злые? Ну, допустим, не вы. Хотя вы тут самый подозрительный. И второй вопрос. Поможете мне сделать новое платье? Конечно, поможем. Я в этом профессионал. А хочешь платье из кукурузы? Да, у меня как раз такое же было. Отлично. Нам с Куркушей несложно. Вуаля! Платье готово! Какой ужас! Что за фигня у меня на голове? Это не фигня! Ты кукурузный единорог! Ладно, другого варианта у меня все равно нет. Скоро бал, я не успею сделать еще одно. Как мне ходить в этом кринже? Супер! Он слинял! Кто он вообще такой? Почему ходит постоянно с этой вороной? Бал начнется с минуты на минуту. Ты чего расселась? Я же сказала, я не буду в нем участвовать. Хватит вредничать. Ты хочешь нас с папой опозорить? А я для вас вечер, сплошной позор. Если ты сейчас же меня не отстанешь, я соберу вещи и поеду на тусовку. Не вздумай. Лучше пойди умойся и причешись. А потом жду тебя на балу. Вон, тем более участниц не так много. Ты точно победишь. Я же сказала, отстань от меня. Или я сейчас вызову личный самолет. Ладно, если передумаешь, приходи в шатер, бал будет там. Все, ухожу. Капец, как они меня достали, вечно я должна все для них делать. А это что? Красивая. Это такие решили, что могут мне подкупить платье в стразах? У них не выйдет, я на это не куплюсь. Еще и записку написали. Вот чудики. Моей королеве. Да, оригинально. А это что? Сено? Это же нет родителей. Это от Зака. Какая же я дура. Я должна принять участие, чтобы с ним помириться. Теперь посмотрим, какие наряды нам приготовили девчонки. И выберем королеву бала. Встречайте первую Еву. Так, и где корона? Вот она! Скоро увидимся, моя прелесть! А следующая наша конкурсантка из семьи фермеров Элис! Даже это не я, то я ее украду. Я год готовилась. Это точно буду я. Я точно выиграю. Зак будет мной гордиться. Так, и победитель бала... Скажи честно, это не ты корону украла? Ну там, доказать мне что-то или назло? Болван совсем! Замолчи, пока я снова на тебя не обиделась! Все, оставайтесь на своих местах!
Это недоразумение! Корона? Как она сюда залетела? Вот и моя корона! Это она ее украла! О! На улицу все за ней! О! Вот она! Воровка! Эй! Хватит набежать к Каркушу! Она не воровка! Ну, просто любит всякие блестяшки! Я же говорил, не бери чужого! Она что, у него живая? Я думала, он с чучелом ходит. Я тебе уже говорил! Сама ты чучело! Отдай корону, она не твоя! Да он вообще псих! Че он с ней как с человеком разговаривает? Думает, что она ему ответит. Вот идиот. Ага, это ж просто глупая птица. Глупый, да только ты! Так, хватит! Ты кто вообще такой и почему твоя ворона разговаривает? Он ненормальный! Ходит тут вечно, что-то вынюхивает! Может, это он наши тыквы украл? И его ворона мой бал сорвала! А давайте позвоним в полицию, вдруг он маньяк! Стойте, стойте, стойте! Я не маньяк и не псих! Что? Я тут просто аниматором работаю! Развлекаю вас! Психом я только прикидывался! Честное слово! Почему твоя ворона такая странная? Она дрессированная! Я ее даже разговаривать научил! Каркуша, голос! Кошмар! Куда делась корона? Корона! Каркуша! Куда делись бедняки? Это они сперли! Ищем их! Эй, бедняки! Ау, вы где? Капец! Как же круто мы их развели! Фух, теперь мы супер богаты, а я королева! Вы досмотрели наш ролик, и это такой классный уже осенний ролик. Надеюсь, вам понравилось. И скоро будут ваши любимые ужастики на Хэллоуин. Пишите свои идеи обязательно. Мы их прочитаем и, возможно, чью-то идею возьмем. Поделим. Мы будем в мешках. Да. И, получается, мы поделимся на две команды. И та команда, которая выиграет, будет кушать пиццу. Пиццу. А та, которая проиграет, будет читать комментарии. И будем кушать пиццу. И никто не будет делиться. Ну, кстати, вот мы обычно всегда делимся, а тут мы не будем делиться. Странно, конечно, что проигравший читает комментарии, это будто наказание, но, ребята, нет. На самом деле, просто мы хотим, чтобы проигравший не проиграл. Просто чтобы выигравший кушал и не разговаривал, потому что ему будет забит рот. Вот. Да. Нет, наверное, мне кажется, наказание считается в том, чтобы... Смягчить, типа, чтобы нам не было обидно. Ну, кому-то там, кто проиграть, не было обидно, и он читал комментарии, потому что это тоже классно. Вот, давайте начинаем. И раз, два, три! Вы, наверное, могли заметить, что меня там нет, я не в мешке, поэтому я ведущий. Вот, девочки, смотрите, вам нужно будет допрыгнуть до меня, и та, кто будет первой, будет есть пиццу, а остальные будут читать комментарии. Все просто. Ребят, пишите, как вы думаете, кто допрыгнет первый, кто последний. Ну, давайте, на счет три. Раз. Два. Поехали. Ева выиграла! Ева! Ева выиграла! Ева, я шуба! Давай! Спасибо, последний выиграл! Наверное, я! Барабанная дробь! Мы решаем, кто же выиграл! Итак! Все! Ева выиграла! Спасибо! Поздравляем! Ну что? Это было так быстро! Да! Ну, можете еще раз комментарии, можно. А я пойду кушать пиццу. Так, вылазите свой. Ну что ж, Ева уже ушла кушать свою пиццу, а мы с девочками будем читать комментарии. Ева, а ты чего еще пиццу не съела? Да я тут так подумала, я же вас всех люблю, мы же одна дружная команда. Чего я буду есть эту пиццу одна? Мы можем все вместе покушать пиццу и почитать комментарии. Как-то ты недовольна этим. Я всех вас люблю! Да, я всех вас люблю! Да, круто! Так, ладно, давайте друг друга любим. Да, давайте уже начинать читать ваши любимые комментарии! Итак, первый комментарий.
Привет, ребята, я очень люблю ваши видео. Когда я их смотрю, чувствую себя, как будто бы я на небесах. Ребята, вы самые лучшие, я вас очень люблю. И я надеюсь, что у вас классный день. Расскажите о нем. О, давайте я могу рассказать. Давай. В общем, сегодня я сидела своей пятой точкой в грязи. Было очень неприятно, плюс перед этим еще пошел дождь. Очень забавно, очень интересно. Еще я чуть не уронила себе на ногу эту золотую тыкву. Чуть потом себе палец не отбил. Ну, что? День травмы. Это каждый день. Давайте. Блин, алмазов не хватает. Ты золото или устриц, как-то вообще победному. Ну да, доченька, согласна. Скажи, мам, что за кошмар вообще? Если не хотите, можете не есть, я не возражу. Да, устраиваю. Я пошутила. А у меня день вообще чудесный. У меня каждый день чудесный, мне так нравится. Погода осенняя, такое солнышко сейчас. Образ такой у меня, как вам, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях. Такой сияющий тоже. Я считаю, твоя мама просто, ну да, мальчика замечательная. Конечно. Я еще, кстати, не дошла со своей роли лета чуть-чуть тоже вот. Тусовки красной хочется мне, ладно, давайте продолжать. Итак, следующий комментарий. Привет, ребята! Привет! Вау! У меня даже есть ваши фотографии в комнате. Ого! Вот это прям очень круто, ребят, пожалуйста. Напишите, может, у кого-то тоже еще висят наши фотки. Да, и чьи фотки напишите обязательно. Нам очень приятно, неожиданно. Следующий комментарий. Привет, Тим-Тин. Могли бы вы снять видео, где вы застрёте в разных мирах? Кстати, интересная идея, очень интересная идея. Блин, а я, кстати, очень хочу, чтобы мы сняли про очень странные дела. Там же тоже ребята застряют в другой реальности. Это интересно. Очень круто! Напишите, если вы хотите такое видео. Очень много пишите. А вы пока ребята пишут, скажите, в каком мире хотели бы вы застрять? Я в мире феечек. Блин, это я подумала про... Да, тоже подумала, не знаю. Точно не русалки. Брат. Не вампир. Брат. Кстати, возможно, да, возможно. Или возможно. У нас есть Барли. Да. Так, у брат. А брат это типа брат какой-то, типа? Ну да. Ну типа брат. Напишите Тайлеру, кто такие брат, пожалуйста. Объясните. То есть брат English, it's браты. Браты, украинская. Слава Украине! Героям слава! Кстати, зацените мой сегодня патриотический лук. Да, да. А носочки, носочки. Это просто прор. Очень круто. Значит, мне нравится. Далее. Ребят, большое спасибо за то, что посмотрели наш влог, наш выпуск. Пишите комментарии, оставляйте свои классные идеи, мы все читаем. И пока мы плавненько вот так вот переходим к нашим любимым влогерцам! На манеже. Надо срочно рассказать к закату. Знаку, давай. Давай еще раз. Что я говорю? Подожди. Причем ай. Ай. И все. Заметит. Да кто нас может заметить? Уроки уже давно закончились, в школе никого нет. Опа, а это еще что такое? Сейчас незаметно проберемся в школу и устроим просто отпадную гигарич вечеринку. Понятно, очередная тусовка, на которую меня не позвали. Сейчас все богачи школы будут тут с минуты на минуту. Глянь. А, это уже интересно. А где ты взяла этот ключ? Да, стырила у директрисы с сейфа. Она все равно ничего не заметит. Точно? Супер, готова? Готова. Кажется, этот красавчик уже пришел. Пора действовать. Ну, кажется, все красавчики уже тут. Гарри, привет. Угостишь коктейлем? Да, конечно.
И последний ингредиент. Ауч. Держи. Спасибо. Ты такой джентльмен. Приветик, Нейт. А угостишь меня коктейлем? Где я, по-твоему, его возьму? Ты такой джентльмен. Как же он достал! О! Секундочку! Ого! Вижу, ты профессионал! Фух! Вот это тусовка! Смотрите на Тони! Ой! Беспредел! Кошмар! Трагедия! Это она про свою прическу? Тишина! Из-за вас вчера пострадал ученик. Немедленно признавайтесь, кто вчера вломился в школу. Какой дурак признается в таком. Когда я узнаю, кто это сделал, я выгоню его со школы. А можете потише? Вы меня сбиваете. А долго ли это вообще будет продолжаться? Мне еще как бы парикмахерскую. Ты сейчас серьезно? Ой, да. Действительно, чего это я? Фух. Парикмахерскую мне завтра, а сегодня мне нужно в спа-салон. Вы безнадежны. Можете быть свободны, но знайте, что я обязательно найду злоумышленника, чего бы мне это ни стоило. Кажется, звучит убедительно. Ага, и походу у нас проблемы. До свидания! Привет, преступницы! Ой, напугала. А я думала, призрак Сакрахенда напал. Реально! Очень смешно. Ну ничего, после того, что вы сделали, смеяться вам осталось недолго. Ты нам? Ну а кому же еще? Что ты несешь? Я знаю, что это вы пробрались в школу. Что? Что за бред? Это вранье. У тебя нет доказательств, и кто тебе вообще поверит? Да, а даже если ты кому-нибудь расскажешь этот бред, никто не будет слушать бедную дурочку. Уверена, что доказательств у меня нет. Это еще что такое? Сама посмотри. В первую очередь подумай о своем маникюре. Ну не переживайте, я не понесу это видео к директору. Фух, пока что. Я предлагаю вам сделку. Вы сделаете меня такой же популярной, а я не расскажу директору, что в школу вломились вы. Да ни за что! Ни за что не откажемся от твоего предложения. Вот и отлично, договорились. Подружки? Ты что творишь? Зачем ты согласилась? Тина, ну у нас нету другого выбора. И что нам теперь делать? Ну, немножко потусуемся с ней, и все подумают, что она крутая. Это конец! Эй, смотри, это что, та беднячка? Ты про Тину? Да, что-то она плохо выглядит сегодня. Да нет же, вон! Реально, а что это она с ними плетется? Пойдем спросим. О, привет, Нейт. Привет, Гарри. Здорово, пацаны! Вы решили заняться благотворительностью? Да, клуб под названием «Помоги бедняжке». А что это у тебя на спине? Ты бы еще микроволновку нацепила. Ну чего вы молчите? Вы же должны спасать мою репутацию. Мы договаривались. Да нет, это наша подруга. Да, Тина? Да, да.
А чё за прикид? Это косплей на рюкзак? А ты когда в магазине стоишь, тебя люди не путают с кошельком? Не слышат у тебя деньги? Да хватит! Говорю же, ты наша подруга! Ну и дело, не ожидал, что вы скатитесь до такого уровня. Так, кринж, пойдем отсюда, поиздеваемся над кем-то еще. Мы ж крутые. Точно, пошли. Какой позор! Ты опозорила нас перед такими крутыми мальчиками. И это, по-вашему, крутые? По-моему, дураки обыкновенные. Ты ничего не понимаешь. Это самые крутые мальчики в школе. А из-за тебя они нас теперь даже не посмотрят. Ты портишь репутацию. Нашу репутацию по всей школе. Ну, лучше быть с плохой репутацией, но в школе, чем с хорошей, но вне ее. Ты права. Да, да, чего это мы? Пойдемте лучше покушаем. Моя любимая еда. Эх, мне так уже надоели эти бриллианты. Пора переходить на что-то более диетическое. Жемчуг, например. Эх. Хотя, подождите. Что ты хочешь? Ну, во-первых, спасти твою фигуру. Тебе это не помешает. Как ты смеешь? А во-вторых, не забывай про видео. Чертово видео. Держи, смотри, не подавись. Ева, а ты чего сидишь притихла? Тебя это тоже касается. Что? Да никогда. Я не собираюсь ходить голодной из-за тебя. Что ж, в таком случае будешь сыта. Только за пределами школы. Держи. Приятного тебе аппетита. Ох, неплохо так перекусила. Вот это перекус. Мне бы этого на неделю хватило. Ох, вкуснотища. Правда, бриллианты в зубах застревают. Бедненькая. Да ладно вам, я не настолько злая. Держите. Спасибо. Да уж. Вот и пообедали. Ну и чё? Чё расселись? Идёмте на урок. Ты чё, рояль проглотила? Тебе послышалось. Да что с вами такое? Какой позор! Ой, да забей ты. Давай лучше обсудим нашу домашнюю вечеринку. Точно! Это же уже сегодня! Сделаем масочки, закажем еду и коктейли. А потом будем снимать тиктоки и перед сном посмотрим ужастик. Что вы обсуждаете? Да так, неважно. Вы что, собираетесь устраивать какую-то вечеринку? Нет, 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 ни в коем случае. Не врите мне! Куда и когда приходить? А, да, куда приходить, но... Точную дату, время и место, пожалуйста! Эй, мы так не договаривались. Мы можем общаться с тобой в школе. Но зачем это делать вне школы? Ну вот представьте, у вас вечеринка, и на одной фотке нет меня! Вся школа поймет, что ты что-то не так. Ева, зови ее, она же не успокоится. Но я не хочу. Это должен был быть наш с тобой вечер. Это будет наш последний мирный вечер, если мы ее не возьмем. Ты же понимаешь? Я? Что вы тут обсуждаете? Готовите для меня сюрприз на вечеринке. Как мило, девочки! Ладно, приходи ко мне домой сегодня в 6. Договорились? Это ты, да? А это мне. О, давай пофоткаемся. Давайте! Так, ты можешь чуть подвинуться? Тина, ты чего? Кровать немного вот выше. Мне так удобнее. И спина не болит. Ну ладно. Ева, тебе родители просили передать, что деньги оставили на тумбочке.
Хорошо, спасибо. Ладно, тогда я пошел. Хорошего вам вечера, девчонки. Пока. А это что за красавчик? Красавчик? Это мой дурень брат. Нифига себе! У тебя в доме живет такое сокровище! И ты молчала? Тоже мне сокровище. Да я никого красивее в жизни не видела. Ой, а это что такое там? Нет, стой! Стой, говорю! Ауч-ауч-ауч-ауч! Ого! В жизни не видела столько красивой одежды! Тетя-тетя-тетя! Только ничего не трогай. Да, конечно. Да тут нету ничего интересного. Пойдем обратно. Точно. Вот и отлично. Ты отдашь мне одно из этих платьев? Что? Извини, мне послышалось. Что? Ну, послышалось, что ты сказала, что я должна отдать тебе одно из этих платьев. Ну да, я так и сказала. Что? С чего бы это? Ну как это? У тебя же столько этих платьев! Одним больше, одним меньше. Да ни за что! Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Думаю, не дороже, чем год обучения в школе, который твои родители уже оплатили. Да как ты достала! Забирай! Отлично! Пойду подберу к ним туфельки. Я не позволю этой чушке ходить в моей одежде и позорить меня. Вот так-то. Так. Блин, как это я сразу не заметила на нем дырки. Ну ничего, я все равно обожаю дырявую одежду. Ой, Дэнни, а ты тут? Ой, вот блин, я даже и не знала. Конечно, знала. Три этажа оббегала, чтобы его найти. Ну конечно тебе. А кому же еще? Понятно. Как твои дела? Ты, наверное, устал в школе за сегодня, да? Да, есть немного. А может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Не думаю. Уверен? Уверен. Я уже пойду, наверное. Иди, иди, дорогой. Ой, ты, наверное, устал. Такой трудяга он у меня. Блин, а я забыла, где мой конспект по математике. В ноутбуке? Нет. В планшете? Или на телефоне? А у тебя что, все предметы на разных устройствах? Ну да. А ты как делаешь? Я каждый день пишу на новом планшете. Этот мне, кстати, уже не нужен. Ева! Отдай мне свой телефон! Живо! Подумаешь, одним больше, одним меньше. Пусть пишет свои конспекты в моем телефоне. Спасибо за заказ. Спасибо и вам. Держи, Ева, мне это больше не нужно. Ты чё натворила? Дина! Пошли отсюда, живо! Я сказала, пошли отсюда! Ну вот и отлично. Спасибо большое, Дина. О, Ева, это все мне. Как приятно. Как же она меня достала, я так больше не могу. Не могу! Да, ты права. Это невыносимо! Невыносимо! Это не может больше продолжаться! Мы должны с этим что-то сделать! Но что мы можем сделать? Если мы не перестанем с ней дружить, она сдаст нас директору! Дина, не отвлекайся! Точно! Нужно ее отвлечь! Эй, Дина, ты куда? Привет, Тайлер! Привет!
Тина, что ты задумала? А, слушай, а ты помнишь ту девчонку, которую мы позвали на нашу домашнюю вечеринку? А, так вы ее специально позвали. Я думал, к нам бездомная в дом пробралась. Это Китти, и ты ей очень сильно понравился. Какой кошмар. Кажется, я поняла твой план. Короче, Тайлер, у нас есть к тебе дело. Ты должен подкатить Китти и отвлечь ее от нас. Чё? А мне что за это будет? А взамен я никому не покажу вот это. Shine bright like a diamond! Shine bright like a diamond! Что? А откуда это у тебя? Мы живем вместе, дури. Ты думаешь, я не замечаю, как ты постоянно мою одежду таскаешь? Она просто удобно идет мне и вообще... Да мне не интересно, зачем ты это делаешь, Тайлер? Просто сделай то, что тебя попросили. У меня же есть Синди. Она ничего об этом не узнает. Ну, только если Китти сама не расскажет. Хотя, с чего бы им общаться? Ладно. Можешь начинать уже сейчас? Она в классе. Давай, давай, иди, блин, что стоишь? Готова? И последний штрих. Привет! Привет, Тайлер! Привет, Софи! Мэгги? Нет. Люси? Круто, что мы тут с тобой встретились, Джульетта! Ты что-то хотел? Да, у меня для тебя кое-что есть. То, что нужно. Спасибо. Мила, слушай, я давно тебе хотел сказать. Я все во внимании. Ага, я вижу. Может, сходим на свидание? Свидание? То есть, свидание? Ну да, я бы хотел узнать тебя поближе. Поближе? Да! Как ты насчет сегодня вечером? Блин, сегодня вечером хотела встретиться с Евой и Тиной. Нет, 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 исключи, но тогда точно идем сегодня на свидание. Ну ладно, раз ты так настаиваешь. Тогда договорились. До встречи. До встречи. Блин, у меня нет ни косметики, ни одежды. Нужно быстренько что-то придумать. Что ж, приступим. Так, используйте патчи под глаза, чтобы избавиться от синяков. Оп! Кажется, то, что нужно. Так, что там дальше? Используйте сыворотку для лица, чтобы увлажнить кожу. Ну, такого у меня точно нет. Хотя... Отлично! Так даже лучше! Никакой химии! И кожа увлажнена! Так, что там дальше? Используйте массажер, чтобы избавиться от отеков и подчеркнуть форму лица. Такое у меня, кажется, есть! Класс! Так, и последнее. Сделайте тени в области скул с помощью контуринга. Контуринг. О, придумала! Блин! Кажется, вышло просто супер! Так, кажется, чего-то не хватает. Моей малышке! Ну вот, теперь я точно готова погореть сердце Тайлера! Интересно, что он там сейчас? Наверное, уже готовится к свиданию. Эй! Ты что, боишься? Тебе же скоро на свидание. А что я должен по-твоему делать? Ну как это что? Собираться, готовиться. Она не должна понять, что это все обман. Я и так отлично выгляжу. И теперь одевайся живо! Что ты разоралась? Мне вообще все равно, как я буду выглядеть. И что обо мне подумает, это Китти.
Не выводи меня из себя! Или ты хочешь, чтобы все узнали, какую одежду ты любишь носить? На самом деле... Манипуляторша! Если ты будешь брать мои вещи, не бери только каблуки красные, они сломанные! Так, нормально? Ну, уже получше. Ну что, волнуешься перед свиданкой? Кто я? Чего мне переживать? Мне вообще все равно на нее и на это дурацкое свидание. Да ну как так? Ну, такая девчонка. Наверное, вас ждет большое будущее. Очень смешно. Ну, чего ты? По-моему, действительно смешно. А, слушай, а который час? Ты не опаздываешь? Да вообще уже полчаса как опаздываю. Да что ты сидишь? Иди давай, иди! Ой-ой-ой, а что же она делала? О! Ой-ой-ой-ой, прости, прости, прости! Ой, так, блин! Только переоделся! Ладно, пофиг, я думаю, у нее все равно сейчас пятен будет больше, чем у меня. Пойду так. Не-не-не-не-не, ни в коем случае! Блин, вот оболтус. Просто Софиша, я никогда в жизни такого не ела. Это я вижу. У тебя тут... Я такая не слушаю. Фух, вот это я наелась. Ой. Рад, что тебе понравилось. Блин, все-таки такой прикольный селлер. И чем мы раньше не общались? Действительно. Чего ты вечно с этим бутылем таскаешь? Ну как это? А где же я буду носить? Это... Что за глупые вопросы? Действительно, что это я? Я думаю, мы с тобой просто идеально друг к другу подходим. Ты то, что считаешь? Даже не знаю. Ну ты чего? Ты просто представь! Ты, я и больше никого! Знаешь, я резко вспомнил, я дома домашку не доделал. Пойду быстро. Как? Уже? Ты даже ничего не поел? Да, да, прям уже вот сейчас, знаешь? Пока-пока, Тайлер! Увидимся завтра в школе! Вот он, мой любимый! Привет! Как дела? Что за... Ой, а ты что тут делаешь? О, нет. Это ты что здесь делаешь? Общайся со своим парнем. А тебе какая разница? Парнем? То есть наше вчерашнее свидание ничего не значило? Ты ходил с ним на свидание? Ауч, прекратите! Козел! Вот зачем ты полезла? Как это зачем? Как же наше свидание? Все было так прекрасно! А сегодня ты уже с этой. Так где там прекрасно? Было отвратительно! Зачем ты тогда меня на него позвал? Да я вообще туда идти не хотел. Меня Тина и Ева попросили. Что? Как? Зачем? Да потому что ты их уже достала. И я их понимаю. Вот стервы! Им капец! Сейчас я покажу директору видео и их выгонят отсюда! Как вы себя чувствуете после того ужасного падения, Донни? Все хорошо, спасибо. В таком случае, что вы хотели мне сказать? Я хотел сказать, что это я тогда ловился в школу. Директор Лили, простите меня. Что? Я от вас такого не ожидала. Я готов понести любое наказание. Что ж, думаю, судьба вас уже наказала. Донни, я думаю, с вас этого будет достаточно. Мисс Лили! Китти, и вам добрый день. Да, здрасте. О, Донни, ты уже вышла из больницы? Ладно, мисс Лили, я вам должна такое показать. Эти Ева и Тина. Китти, честно говоря, ты нас отвлекаешь. Я тут рассказывал мисс Ли, как сам вломился в школу. Ох ты, мисс Лили, не верьте ему.
Китти, что ты такое несешь? Зачем ему врать о таком? А вообще, что ты там говорила про Еву и Тину? Ева и Тина в тот день помогли мне добраться до больницы. Ой, какие молодцы! Ладно, я, пожалуй, пойду, мисс директриса. Спасибо за понимание. Зачем ты это делаешь? Да потому что я люблю Еву и не позволю тебе испортить ей жизнь. Франклину явно не хватает красивой прически. А у этого вообще проблемы со вкусом. Привет, девчонка. О, Тони, привет! Тебя уже выписали из больницы? А, директор Лили тебя видела? Ты же живое напоминание о происшествии на тусовке. Ой, хорошо, что живое. Да, я уже с ней виделся и сказал, что взломщик это я. Что? Но мы же знаем, что это не ты. Ну, директор Лили же не знает. Но зачем ты это сделал? Зачем ты себя так подставляешь? Потому что я люблю тебя, Ева. Что? Что? Я хотел защитить тебя, Ева. Я знаю, что это сделала ты. Донни, для меня еще никто такого не делал. Да, пустяки. Директор сказала, что не выгонит меня. Но ты все равно так рисковал ради меня. Это правда. Но мне все равно. Главное, чтобы ты была в безопасности, Ева. Как это мило! Ева, будешь моей девушкой? Конечно. Так, это получается, у Китти на нас больше ничего нет? Нужно проучить малышку. Что ты имеешь в виду? Ну как это? Она столько времени одна не издевалась, а мы даже никак не отомстим. Ты права, нужно что-то колоссальное. Что-то такое, чтобы она нас запомнила на всю жизнь. Какие есть варианты? Есть один. Что ты сделала? Тебе понравится. Как это мило, что девочки решили устроить для меня вечеринку. Конечно, было сложновато украсть у директора ключ. Но наверняка там меня уже ждут ребята с огромным тортом и шариками. Позоры перед всей школой и отбирание вещей. Вот стервы. Ну и умора. Наконец-то тетираншу получила по заслугам. Тина, идея была супер. Да, во второй раз директор Лили точно придумает наказание получше. Надеюсь, я больше никогда не увижу ее хитрого, некрасивого, противного. Hello. Нас обсуждаете? Да нет. Что вы вообще тут делаете? Да мы решили проучить беднячку. Заманили ее в школу. Заставили ее украсть ключ. И вылили на нее ведро воды. Ничего себе! Круто! Даже мы не делали таких прикольных пранков. А вы не такие уж уже и скучные. Да, особенно Ева. Видимо, не один я это заметил. Слушай, Тина, у тебя же никого нет? Может, сходим на свидание? Ой, ну, даже не знаю. Соглашайся. Пойдем младшеклассников вместе кошмарить. Я, пожалуй, откажусь. Да что с тобой такое? Ты же раньше бегала за мной! Ну, я просто увидела, какого отношения мальчиков я к себе хочу. И поняла, что ты мне не подходишь. Ну и ладно. Нейт, пошли отсюда. А? Пошли, говорю! Ну и чудаки! Китти, я женщина не глупая. Ну, конечно, конечно, без него. Не перебивайте. Простите. После прошлого взлома в школу я расставила камеры у входа и прекрасно понимаю, что вы сделали вчера. Меня подставили! Ничего не хочу слышать. Мало того, что вы вломились, так еще оставили такой бардак. Но это все не я! Правда! Не врите мне! Вы закапываете себя еще глубже! Ну, послушайте! Я выгоняю вас со школы, мисс Китти! Мне очень жаль! Нет, пожалуйста!
Я все сказала. Я вам всем еще отомщу. Как приятно снова ощутить вкус свободы и этого коктейля. Да, как же все-таки хорошо, что мы избавились от этой Китти. Ну, слушай, круто ты придумала ее же оружием. Стоп, у нее что, все это время было оружие? Ой, да, я просто... Ладно, ладно, забей. А вдруг она все еще где-то здесь? Да я пошутила, иди сюда. Фух, ну и шуточки у тебя. Привет, девчонки. Тайлер, стучать не учили? Извини, что делаете? А у нас девичник. Отмечаем, что мы избавились от Китти. Девичник? Отлично. Значит, я по адресу. Что с тобой? Знаете, после всей ситуации с Китти я понял, что главное быть собой. О, коктейль. И не стесняться того, кем ты есть на самом деле. Точку! Ну, тогда и выпьем за это, что ли? Кстати, девочки, а посоветуйте мне нового мастера маникюра, а то в прошлом салоне мне такого натворили, вообще не дело. Ну, вот я вот делаю в... Фу! Оно что, без золота? Ты что творишь? Подожди, сейчас не до этого! О, другое дело! Ребята! Пока у нас блуперс, мы хотим задать вам вопрос. Вот у нас есть гигабогатые, они обычно там в школе бывают, в больнице. А может быть, вы хотели, чтобы там гигабогатые, там бедные и просто богатые были в каком-то необычном месте, но вам какие-то персонажи, возможно, новые? Необычный персонаж, гигабогатые, богатые, бедные и вампиры. Или и русал. Или просто или гигабогатые, вампиры. Или же... Гигабогатая, богатая, бедная и гигабедная! Это интересно, но можно попробовать. Если вы хотите, обязательно пишите в комментариях. Мы прочитаем. Да-да-да, мы прочитаем. И если у вас есть какие-то свои идеи насчет таких вот похожих... Серии про богатых и бедных. Да, напишите в комментариях, мы прочитаем. И, возможно, мы возьмем именно вашу идею. Поэтому будем вам очень сильно благодарны. Мы вас любим. А мы продолжаем снимать. Да, давайте. Я, кстати, не упала, пока бежала. Смеяться тут буду я. Продолжение влога. Какая гигабедная участница будет? Вот интересно. А только что прошла, возможно, гигабедная участница. Или гигабедный участник, я не знаю. Ребята, напишите в комментариях, как вам мой образ. Я считаю, что вообще очень классный. Мне очень нравится этот образ. Необычный, это классно. Очень настоящие молнии. Их можно регулировать как хочешь. А смотрите, какой рюкзачок. О, это вообще круто. Он открывает. Ну, вы в сценах посмотрели, что он открывает? Да, да. Он открывает. А как наш образ? Мы богатые. Пишите в комментариях. Просто, да, вот. Вы видите, тут стразы, тут стразы, тут стразы, а у Евы вообще везде в золоте. Все в золоте. Это просто. Это золото, это признак богатства. Мой бумерфул непробиваемый. Много бумерфулов на самом деле получилось. Это только вторая сцена за сегодня. Это уже все буперсы на весь ролик. Да, все закончилось. Уже как папа. Непонятно. Я покажу видео, и им будет такое. Нет, я выгонят. Их выгонят. Что будет? Ой, точно. Это же все. Как вы могли такое сделать? Я не понимаю. Опа, покрылся. Что? А у тебя такая кровь.